Приветствую вас. Во-первых, сразу хочется сказать, что перебарывать вам ничего не нужно, потому что любое перебарывание очень негативно влияет на человека, подавляются его чувства, подавляются его желания, подавляются его импульсы, его свободные какие-то, значит, какие-то свободные, спонтанные реакции, спонтанные какие-то действия, вот. Поэтому побаривать ничего не нужно. Страх перед будущим проистекает из того, что вы, по-видимому, пытаетесь все контролировать, вот, по-видимому, вы хотите все контролировать, в том числе хотите контролировать свое будущее. А это сделать невозможно, ну, потому что мы не знаем, да, какое указывает на будущее. И будущее, по сути, это дело выстраивается, ну, каждый день. То есть каждый день мы строим. Каждый день мы строим его. Каждый день мы строим будущее. Вот. И строим мы будущее благодаря своим действиям, своим поступкам, своим решениям, вот, следованию своим ценностям и достижению своих задач. Поэтому очень важно для того, чтобы будущее вас, к примеру, не пугало, очень важно, чтобы вы сами, чтобы вы сами доверяли себе, доверяли своим чувствам, чтобы вы отдавали себе отчет в том, чего вы хотите, чтобы вы знали, чего вы хотите, чтобы вы доверяли своим чувствам, принимали свои чувства, уважали свои чувства и, возможно, любили их больше, чем это происходит сейчас. Вот, в принципе, то, что необходимо для того, чтобы не бояться будущего. То есть знать, чего я хочу, знать, чего я не хочу, отслеживать свои, соответственно, перемены, ну, в своем эмоциональном секторе, вот, корректировать свое поведение в соответствии с эмоциональными переменами, изменениями, точнее, не переменами, а изменениями, вот, и, соответственно, будущего бояться вы таким образом не будете. Вот. Это то, что я могу вам сказать. То, что я могу вам, вот, ответить, именно исходя из того, что вы написали мне. Вот. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь.
А желаю вам всего-всего самого доброго и удачи.